blinded and imprisoned here for how long? Hundreds of years. Are you sure you know your way around? Like the back of my hand. Whoa, whoa, whoa! Are you nuts? I forget. You and I see things differently. Seeing things differently can open new paths. What do you mean? You only see evil in me because I am a demon. Try opening your mind. It's all a matter of perspective. As I said, I see things differently. We'll meet up ahead. I have something to show you. Всем привет, с вами говорит Стелл, и мы продолжаем проходить игру Devil May Cry DMK, перезапуск серии, замечательной серии, и перезапуск также замечательный, о чем я уже говорил не раз, и не только в моем прохождении данной игры, а и в стримах с Кейденом, и вообще много раз я, честно, говорил об этом. Игра шикарная, игра мне очень нравится, и я думаю, я не один такой. Так. Эта миссия, если я не ошибаюсь, будет последняя в тюрьме. И здесь мы сразимся с боссом. Хотя вполне могу ошибаться, так как давненько не записывал, уже позабывал все. Но будем надеяться, что я прав. Потому что, не знаю, как вам, ребят, но мне уже тюрьма как-то поднадоела немножечко. Поэтому хочется уже выбраться отсюда на свежий воздух. Там Вергилий прохлаждается тем временем. Кстати, по поводу дополнения с Вергилием. Ладно, поговорим об этом чуть позже. Сейчас будем смотреть ролик. Her name was Asiel. An ancient one. Nephilim, like you. But I didn't know there were others. The Nephilim were the third race. Sadly, they were hunted down and slain. Why? They wielded the power of both angels and demons. But unlike them, the Nephilim could easily cross worlds. They were formidable. Which made them a threat. Like me. And like you. They held great potential. What a waste. You want to reach your full potential? Perhaps Asiel holds the key. Так вот, по поводу дополнения. Ребят, с Вергилием, мне его, конечно, очень хочется купить. Прохождение его я еще не смотрел, так как хочу поиграть сам. Возможно, это даже будет летсплей по этому дополнению. Но пока что денежек нет, ребят. Но как появится, я его сразу хочу купить. И, естественно, записать, коль уж мы начали проходить ДМК. А сейчас у нас тоже будет небольшой ролик, поэтому я замолкаю. Asiel? Да уж, и так у нас новый демон. И это... Я, если честно, забыл, как они называются. Почему-то нам сейчас не показали, как именно называется эта барышня. Но раньше всегда показывали, если честно. Не знаю, почему в этот раз не показали, как называется новый демон. Ну, в общем, ее можно убить только с помощью ангельского оружия, а вернее, саму-то ее можно убить с любого оружия, а вот ее кокон вот этот разбить можно только с помощью ангельского оружия. Что-то она нас упорно не хочет сдыхать. Хотя вроде бы мы прилагаем все усилия, если честно. Отлично. Asiel holds the key.
Вон ключ, который нам нужно достать, но сперва нам нужно убить вот этих вот паучков, которые пополнят наш запас красных сфер. Кстати, смотрите, у нас их уже довольно много. Надо бы найти место, где их можно использовать. Так, ну а сейчас нам нужно первым делом достать тот ключ, который мы увидели. Что мы сейчас и постараемся сделать. После ключа у нас, как обычно, будет воспроизведение. Последнее, если не ошибаюсь, ребят. Так что будет интересно. Итак, ребят, вы сами видите, что нам осталось разбить последнюю цепь. И по завершению вот этой вот небольшой дополнительной миссии мы получим очень интересную способность, о которой я пока, конечно же, не буду говорить, но обещаю вам, что будет интересно. Так, нет, меняем оружие на топор и смотрим, что будет. Transgressed rigid ancient boundaries. We chose our path in the face of certain annihilation. We never regretted our choices, but we never gave you yours, my dear son. Now, finally, you will have that choice. You will have a great power. A power that will allow you to forge your own path. That, my son, is freedom. Be brave, my son. I love you. Так. Мы видим, что та женщина, которую мы видели на протяжении нескольких моментов, когда освобождали вот эту статую своего отца, оказалось, это наша мать. И вот здесь почему-то нам тоже не показали на действии эту способность, но я, кажется, догадываюсь, почему. Дело в том, что я уже пробовал записать эту миссию, но у меня произошел сбой, я вышел, и пришлось начинать заново. По всей видимости, из-за этого мне не показывают уже те моменты, которые я видел. Но эта способность «Адский курок» называется. То есть такое у нас уже было, помним, да? Я имею в виду, такое у нас уже было в прошлых частях серии игры Devil May Cry. Помните, там тоже и Данте, и Неро могли становиться в облике демона и уничтожали всех с удвоенной скоростью. Правда, тогда здоровье у нас уменьшалось, сейчас же здоровье у нас будет только увеличиваться. Что просто замечательно, по-моему. Так, сейчас мы порубим
вот этих вот гневов, как они приняты называться в игре. Здесь также уже можно использовать нашу новую способность, но я хочу ее немножко поберечь для других противников, которые совсем скоро появятся. А вот и они, ребятки. Так, включаем нашу способность. Первую очередь мочим вот эту вот ведьму, которую я терпеть не могу. Чуть не понял, убили мы ее или нет. Единственная проблема, что мне немножечко не нравится в этой способности, что Данте всех подкидывает вверх. И приходится за ними прыгать и прыгать и прыгать. Не знаю, мне это не очень нравится, но что ж поделать. Ничего поделать мы с этим не можем. А в принципе, способность эта, в отличие от прошлых частей, восстанавливает наше здоровье, а не забирает его, как это было раньше. Сейчас мы немножечко восполним утраченное здоровье, разбив вот этот зеленый кокон, который восполняет здоровье, но это вы и так уже помните, смысла это объяснять нет, но все-таки на всякий случай. А вот и статуя с апгрейдами. Давайте мы что-нибудь да улучшим. Посмотрим, что у нас с пистолетами. Ливень. Не обратный ливень. Улучшений у нас нет. Тю. Что-то я не туда зашел. Я хотел купить или не будем. Не, давайте купим крест здоровья. У нас как раз на него есть денежки. Отлично. Наше здоровье увеличилось. Замечательно. Я что-то и не увидел, что улучшений у нас как раз и нет. А вот крест здоровья мы прикупили, я думаю, не зря он нам понадобится. Хотя, некоторые говорят, что игра сложная. Для меня же игра довольно легкая, поэтому, я думаю, за все прохождение мы ни разу не умрем. По крайней мере, я на это надеюсь, конечно. Так. И вот где-то на этом месте у меня и вырубилась в прошлый раз игра. По какой-то непонятной мне причине. Сейчас мы замочим вот этих вот тварей, которые мешают нам спокойно жить. Мы их уже встречали, помните, да? Ничего особо нового здесь не появилось. Этих противников мы также встречали. Так, не-не-не, тебе пора умирать. Разве я тебе об этом не говорил? Так. Убиваем вот этого скелета. И у нас еще несколько тварей. Вот ненавижу вот этих вот уродов. Вы уже знаете, что я их терпеть не могу. Ну что ж поделать. Так. Да, разобрались с очередным скелетом. Их тут до хрена что-то. По крайней мере, многовато. Что еще кто-то хочет? Так, ну вас мы застрелим, я думаю. Ой. У нас и вот эта вот ведьмочка появилась, которую я терпеть не могу, вы уже знаете. Так, умирай. Ибо ты мне очень не нравишься своими мерзкими способностями. Так, здесь нам главное не упасть самим, поэтому, ребят, давайте аккуратнее. Нет? Не успел выстрелить. Нет, успел, смотрите-ка. Так, ты тоже умирай. И я надеюсь, что ты тоже упадешь у нас вниз. Нет, не упадешь. Ладно, убьем тебя так. Так, не убегай от меня только, пожалуйста. Отлично. С врагами, по всей видимости, мы здесь разобрались. Вон тут вот пропащую душу нам бы как-то достать, но, если честно, я даже не помню, как до нее добраться, поэтому я надеюсь, что мы, конечно, ее заберем, но, к сожалению, не помню, как до нее добраться. Но если мы выйдем, там точно ничего не найдем. Как же до тебя добраться? Хотя вон как-то вот
так вот можно. Если мы прыгнем обратно. Нет. Ничего не получается. Ну, ладно, дубль 2. Обратно по вот этой фигне мы не можем, что ли? Ладно, ребят, не будем тратить свое здоровье. Короче, вы поняли, что как-то туда можно вроде запрыгнуть. Но как именно, я, к сожалению, не знаю. У нас есть золотой ключ, которым мы воспользуемся для открытия вот этой двери. И что у нас? Продержитесь, пока не истечет время. Ну что ж, окей. Окей. Нам дает... О! Здесь еще и здоровье мешается. А это хреново. Так. Из каждого демона у нас высыпаются шары здоровья, которыми мы можем восполнять то ХП, которое исчезает у нас. Все понятно. В общем-то, нужно только продержаться. Я думаю, у нас получится. Все-таки 2,5 минуты это не так много, как могло бы быть. И, к счастью, полы здесь тоже не разбиваются. Помните, как по идее должны были быть. Так, сейчас нам нужно срочно кого-то убить. Потому что что-то мне как-то уже уменьшается конкретно. О, вот этих ребят, конечно, придется убивать намного дольше, чем хотелось бы. Что ж, придется валить. Ничего не поделаешь. Так, ну, отлично. Правда, из них, как мне показалось, высыпается больше шаров здоровья, что просто замечательно. Так, главное, чтобы нас сейчас не ранили. Было бы, ну... А, блин, Данте. Давай-ка используем нашу замечательную способность. И будем... О, там еще и бензопильщик. Вообще шикардос, шикардосович. Нет. Меня, пожалуйста, не убивать. А, черт, ребят. Мне кажется, или нам... Хотя... Подождите, если мы будем реагировать только на вот этих мелких тварей, которых убить намного легче. Ведь нам не сказано убить всех, сказано просто продержаться. Давайте попробуем убивать только вот этих вот мелких тварей. Нам осталось меньше минуты всего лишь. И вот да, действительно, этот способ мне нравится куда больше, потому что их убить намного легче. О-о-о! Вот этого парня я здесь не ждал вообще никак. Я даже не буду тратить на него, скорее всего, время, потому что эту скотину убить очень тяжело. Вы сами это помните. Мы с ним уже вроде бы дрались. Может быть, и не дрались. Ребят, я, если честно, не помню, дрались ли мы с ним. У нас осталось 27 секунд. 20 секунд. Так, и у нас осталось не так много этих мелких тварей. 15. 13. Давай, 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 Данте. Живи, пожалуйста, живи. Хотя, я думаю, мы выживем, даже если уже никого не будем. Хотя, если по нам будут так попадать, то здесь... Хотя нет, все. Мы живы. Правда, это было очень близко. Согласитесь. Мы получаем крест адского курка. Действует он так же, как и крест здоровья. Нужно собрать 4 фрагмента, чтобы получить целый крест. Естественно, шкала адского курка увеличится. Что ж, возвращаемся из этой двери. И нам ничего не остается, как идти дальше. По пути к башне, где засел Боб Барбарс. Демон, который заведует тюрьмой. That was wild. Come here. What is it? You found your inner devil, all right. But you have yet to discover your full potential. Mainly, I just want to kill the demon king named Mundus. And if you do kill Mundus, who would take his place? Mm-hmm.
Собственно, все, ребят, миссия подошла к концу, и действительно, тут есть над чем задуматься. Если мы убьем Мундуса, то по-любому кто-то должен занять его место. Но вопрос в том, кто? Вот Данте, мы сами видели, тоже задумался. А всем дальнейшем, кто займет место Мундуса, если займет, конечно, мы узнаем уже в следующей миссии. Ну, вернее, в следующих миссиях. В следующих, допустим, не узнаем. Я все-таки был неправ, что уже в этой миссии мы расквитаемся с Бобом Барбарсом. Но в следующей, я думаю, у нас точно уже выйдет это сделать. Мы получим новое дополнительное оружие. Ну а пока что я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Еще увидимся.